звучащая музыка из триллера. Ну, правда, да? Как-то сразу ужасно становится. Потому что кажется, что сейчас камера проедет мимо погремушечки, пинеточки, шкатулочки и пятка синяя сразу. Ладно. Наверное, смысл жизни больше вообще ни о чем таком. Потому что вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбуковым табаком. В пятницу народу всегда битком. И красивые, пьяные, немые выбегают курить, а на ботинке игра на цыпочках босиком. В ее руке босоножка со сломанным каблуком, он охочет так, что едва не давится каблуком. Черт с ним, с мироустройством, все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые немы приезжают на юг, снимают себе жилье, как старухи передают ему миски с фруктами для нее, и какое таксисты бессовестное жилье, и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье, деревянное от крахмала. Как немного им нужно счастье твое. Как мало. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок, как у загорелых ухмылки белые, как чеснок, как первая сигарета сбивает с ног, если ее выкурить натощак. Говори со мной о простых вещах, как пропитывают влюбленных густым мерцающим веществом, и как старики хотят продышать себе пятачок в одиночестве, как в заиндевевшем стекле автобуса протереть его рукавом, говоря о мертвом, как о живом. Почему с нами говорят на любые темы, кроме самых насущных тем? Почему никакая боль?